дерьмище. Это плохо кончится, говорю тебе. Эта фарфоровая сука точно нас подставит. Знаю, я буду осторожен. Ну да, никогда не поздно начать. В общем, чуть что сразу сваливаем. Она всех выгнала. Херово. Ты пришел. Прекрасно. Спасибо, что вы пришли. Не за что, Ви. Спасибо тебе. Прежде чем обсуждать детали, я хочу кое-что объяснить. Ты имеешь право знать, почему я решила тебе помочь. Вы не знали, можно ли мне верить. Убил ли Юринобу вашего отца? Что с тех пор изменилось? Я все знала. С самого начала. Вы знали? Как и все члены правления. Никто из них не поверил в то, что моего отца могли отравить. Картина не складывалась, слишком много деталей не совпадало. Раз вы все знали, почему ничего не сделали? Только вчера почувствовали угрызение совести? Разумеется, мой отец не был ангелом. Я не питаю иллюзий на его счет. Если надо было устранить врага, он отдавал приказ без колебаний. Юринобу считал это недопустимым. Но для отца цель всегда оправдывала средства. В жизни ему было важно только одно. Знаешь, что именно? Родственные узы. Да, семья. Я должна была быть ее хранительницей. Заботиться о ней, поддерживать мир, соглашаться с ее решениями. Кажется, Юринобу получил немного другие указания. Юринобу поднял руку на отца. Но он один из нас. Он часть семьи. Я не надеюсь, что ты это поймешь. Просто хочу объяснить, как трудно мне было решиться на то, чтобы выступить против своего брата. Ну хорошо. Это ваш брат. Вам сейчас тяжело. Допустим, это я понимаю. А почему вы передумали-то? Я начала сомневаться еще во время парада. Мы получили предупреждение, что нарушены протоколы безопасности. Опасения подтвердились, когда я поняла, что штурмовая группа моего брата пришла не спасти меня, а убить. Да, Юринобу просто решил вами пожертвовать. Отец был прав насчет него. Юринобу никогда не думал о нашей семье. Моя роль — быть сердцем семьи. Пришло время семье Арасака прислушаться к своему сердцу. Оно укажет путь. Ты принес душегуб, как мы и договаривались? Держи ствол наготове, и ни слова. Вы, кажется, нервничаете. Что-то не так? Нет. Не знаю. Это Ави пролетает тут уже в третий раз. Думаете, за вами кто-то следит? Мы немного отклонились от темы. Ты принес душегуб? Думаете, меня так просто развести? Думаете, куплюсь? Я вообще-то хочу выйти отсюда живым. Если бы я хотела тебе навредить, я бы выбрала менее заметное место для встречи. Мы здесь, потому что я могу спасти тебе жизнь. Я проведу тебя в Микоши. Как? Ее же не существует в реальности. Точка доступа туда есть, и она совсем рядом. Где? Здесь, в Найт-Сити, под Арасака Тауэр. Нам надо уходить. Быстрее! Уйти хочешь? Как это ты догадался? Блять, отвали и не мешай ее слушать. Это очень плохо кончится. Садись, у нас мало времени. В таком случае, что вы хотите получить от меня? Мой брат. Чувствуешь? Вот так пахнет говно. Смотри, не вляпайся. Мы должны добиться, чтобы он ответил за свои поступки. Это ваше грязное белье, ваши семейные разборки. Зачем мне в это вмешиваться?
Ты уже вмешался. По своей воле. И что вы собираетесь делать? Йоринобу? Ханако-сама. Скоро-скоро гочитаку ни омодори итадайте. Сугу ни сумму ва. Йоринобу скоро соберет заседание правления. Будут приглашены представители всех фракций. Это хорошая возможность рассказать им, как на самом деле погиб мой отец. Я приведу тебя на эту встречу, и ты дашь показания против Йоринобу. Дашь показания? Слушайте, можно я скажу прямо? Помоги мне избавиться от Йоринобу, и я избавлю тебя от конструкта. Я должен обвинить Йоринобу в убийстве перед всеми боссами Арасаки? Простите, это больше похоже на приглашение на казнь. Мне скоро... Я знаю. Мы предпримем все возможные меры безопасности. И какие, например? Увидишь. Допустим, все получится. Что потом? Вы станете главой Арасаки? Откуда такое предположение? Я думал, это логично. Такемура говорил, что Йоринобу должен был передать вам филиал в Найт-Сити. Каждый должен знать свое место. Мой брат никогда этого не понимал. Я знаю свое место и ничего не хочу менять. Не хотите? Или не можете, потому что вы женщина? Я сама решаю свою судьбу, как и ты. Ну? Так себе план. Вы просто хотите меня использовать? Нет. Я просто предлагаю тебе решение. Не вы первая, если что. Не исключено, что последняя. Я бы не стала рисковать. Давай, пошли отсюда скорей. Ви, как ты себя чувствуешь? А? У тебя идет кровь. Бля. Кажется, твое время уже на исходе. Лучше поторопись с решением. Не волнуйтесь. Я скоро... Тебе нужно на воздух. Быстро. Тело меня слушается. Понимаешь, к чему я клоню? Само собой. Ты хочешь взять меня под контроль? Я хочу спасти тебе жизнь. Выпей псевдоэндотрезина, подвинься и пусти меня за руль. Я привезу нас прямо в Микоши. Ага. И как именно? Без помощи этой фарфоровой пизды, это уж точно. В одиночку у тебя нет шансов. Вот поэтому я хочу взять с собой бестию. У нее есть еще порох в пороховницах. И она у меня в долгу. Может, лет 50 назад она бы и бросила все ради тебя. А сейчас вряд ли. Я ее уговорю. У нас обоих есть опыт в таких операциях. Ворвемся в Арасака Таур, как бывало в старые добрые времена. И разъебашим им всю Микоши к ебени матери. Других вариантов нет. А по нам она предлагала помощь. Слушай, я знаю, что вы с Панам начали мутить. Я понял, не дурак. Поэтому мне кажется, что втягивать ее в наши разборки — это херовая идея. Не повторяй моих ошибок, парень. Поверь мне, ты не хочешь, чтобы люди умирали за тебя. Оно того не стоит. Наша единственная надежда сидит сейчас в посмертии. И ее зовут Бестия. Предложение Ханако все еще в силе. Прости, чье предложение? Да иди ты нахуй.
У нее есть власть. Это наш счастливый билет. Ну да, ну да. Билет в городской морг. Эта баба, гляжу, весь мозг тебе засрала. Разберемся вместе с бестией, как раньше. Бестия? Ну не знаю. Ты уверен, что она нам подойдет? С ее-то опытом, ее возможностями и связями? Боюсь, только она одна и подойдет. Джонни. Все будет нормально. Заберемся в башню. Ай, откроет Микоши, а потом я снесу. Блин, ты опять отрубаешься. Так что я накачал тебя бета-галы передал. Но светочувствительность — это хороший знак. Зрительные нервы не повреждены. Голова. Я сейчас стабилизирую твой биочип. Такое чувство, будто кто-то пробивал твоей головой асфальт. Как я сюда попал? Приполз сюда на последнем издыхании, испугал Мисти до полусмерти. Скинул со стола пациента, которого я оперировал, и потребовал, чтобы я занялся тобой. Скажи, это был твой ангел-хранитель? Это, ну, был не совсем я. Знаю. Это меня и беспокоит. Вик, говори, в чем дело? Ты дошел до критической точки. Попробуй сесть. Осторожно. Попробую. Кажется, ощущения возвращаются. Не спеши. Очередная победа мирового масштаба. Вик, если хочешь что-то сказать, говори. Сколько это еще будет продолжаться, Ви? Ты мне скажи. Судя по твоему состоянию, недолго. В следующий раз ты уже не успеешь сюда доползти. Ты откинешься где-нибудь в переулке. У тебя последняя возможность найти решение своей проблемы, понимаешь? Я знаю, Вик. Скоро начну. Нет, начинай сейчас. Смотри, видишь вон тот столик? Да, а что такое? Там лежит последняя доза псевдоэндотризина. Подарок от Мисти. Хочешь дать волю голосам у тебя в голове? Давай, пыхни. И уйдешь на второй план. Или пойди другим путем. Закончи игру по своим правилам. Я тоже оставил тебе подарочек. Блокаторы. Если пройдешь эти несколько метров, дальше надеяться придется только на себя. Ну вот, это наш последний шанс. Я забираю управление. Эндотризин, Бестия, Росака Тауэр. Иначе ничего не получится. Тише, Джонни. Мне нужно подумать. Хочешь пораскинуть мозгами? Ладно. Только не в этом подвале. Господи, Ви, ты думаешь вслух? А? Вслух? Что? Иди и сделай что-нибудь. Наверное, справлюсь. В общем, решай, Ви. Только сперва надо выбраться отсюда. Вик, ты столько для меня сделал. Я бы хотел сделать больше. Иди. Я буду закрываться. Прими лекарство. Ви, я слышала. Вперед.
до победы. Ну, спасибо, Вик. Да, неловко вышло. Извини, правда. Удачи. Не извиняйся. Я знаю, что происходит. И дальше ведь тоже легче не будет. Никому из вас. Если тебе надо определиться, я знаю хорошее место. Ладно, веди. Что это вообще за место такое? Я когда-то водила туда Джеки. Это недалеко. Джеки? А он-то здесь при чем? Увидишь. Пойдем. Чика, мне конец. Надо же, не похоже на Джеки. Это было очень давно. Его мама как раз узнала, что он присоединился к Валентино. Когда с одной стороны сеньора Уэллс, а с другой твоя банда, правильный выбор сделать не получится. Да уж. Жизнь была несправедлива к Джеки. Но несмотря на это, он смог поверить в себя. После того, как я привела его сюда. Ой, наконец-то выбрались на воздух. Видишь? Я прихожу сюда, когда мне надо подумать и побыть наедине с собой. То, что нужно. Садись тут и сиди, пока все не обмозгуешь. Быть наедине с собой. Последнее время у меня с этим сложновато. Слушай, а что Джек решил, когда тут сидел? Что решил? Я стану легендой этого города. И на этой ноте я, наконец, оставляю тебя одного. Сиди на здоровье. Ты меня напугал вообще-то. Думал, ты решил отчалить. Нет, я еще здесь. Это пока. И если хочешь с кем-то попрощаться, звони сейчас. Что, хочешь сказать, все пойдет по худшему сценарию? Нет. Но это в любом случае будет большой риск. И если у нас не получится... Короче, че будем сиськи мять? Звони давай, если есть кому. Колеса подождут. Нет, прощаться это не в моем стиле. Ну, дело твое. Долго мы с тобой сюда добирались, да? Только подумай. Мы начали, блядь, на сраной помойке. А потом ты пытался меня убить. Во-во, и не говори. А теперь я пытаюсь спасти твою шкуру. И спасу, будь уверен. Ну или позови Панам и ее гудронных крыс. Но тогда все они будут на твоей совести. Или заключи сделку с Арасакой. И всю жизнь жалей, что продал душу дьяволу. Ладно, иди ты вместе с бестией. У вас двоих больше всего шансов. Ты уверен? Назад откатиться уже не получится. Вперед, Джуни. Я в тебя верю. Забирай тело. Только не убей нас на радостях. Спасибо, Ви. Я нас обоих вытяну. Вот увидишь. До встречи на той стороне. Обязательно. Даже если придется сжечь нахер весь Найт-Сити. Пока-то я тебя предупреждаю. Что?
Не стой у меня на пути. Твоя контора до сих пор на плаву только по моей милости. А я могу сменить ее на гнев в любой момент. Так, погоди секунду. Ви? Ви решил отдохнуть. Это я. Вакако, я перезвоню. Чего тебе нужно, Джонни? Боже, кто-то умер? Что, не рады меня видеть? Честно говоря, не знаю. Почему? По-моему, в кино нам было классно. Мы больше не в кино, если что. И я, кажется, догадываюсь, зачем ты здесь, Джонни. Тебе опять что-то нужно. Запахло пиздецом. Конечно, нужно. Больше мне и обратиться не к кому. Вот интересно, как так вышло, что из всей безумной команды Атлантиды выжила только Чему ты? Чему ты клонишь, Джонни? Просто вспомнилось. Скажи, ты не скучаешь по старым временам? Старые времена прошли. Мне и здесь хорошо. Это я вижу. Жаль, только больше никому из Атлантиды так не повезло. Нет, закончили. Что творится-то? Ничего. Можешь идти домой. Твоя смена на сегодня закончена. Ладно. Пойду еще поработаю, что ли? Что, весь клуб в нашем распоряжении? Вот это сервис. Теперь говори. Какого черта ты мне тут предъявляешь? Это что, моя бутылка за баром? Да, ждала тебя. Правда, я и сама не знала, чего именно. Хотя у меня появилась пара идей, как ее можно использовать. Давай будем откровенны. Я знаю, что ты продалась корпоратам. То есть ты думаешь... Блять! С чего ты взял, что мне интересно твое ебаное мнение о том, как я работаю? Окей, хорошо. Я знаю, о ком ты сейчас думаешь. Об Адаме Смешере. Ты прав. Но не совсем. Ты погиб, а я не могла вечно носить траур. В нашем деле нет места сентиментальности, Джонни. Мы со Смешером работали на одних людей. Хуёво ли я поступила? Да. Был ли у меня выбор? Был. Жалею ли я? Да, очень сильно. Ты это хотел услышать? Ладно. Как говорится, кто старое помянет. Ну, тогда, может, лучше поговорим о новом? Я же знаю, что ты пришел сюда не просто так. Это тело. Я в нем. Я не могу. Сука! Ви умирает. Я пожираю его, как опухоль. Это пока еще можно остановить. Только мне Нет, нужно... Нет, Джонни. Не начинай. Не говори мне, что ты хочешь кому-то помочь. Все дело только в тебе. Ты никогда не думал о других. Ты прям так уверена? Да. С Альт было то же самое. Какое там чувство вины? Тебе вдруг просто стало немного неуютно. А иди нахуй, милый. У меня мало времени, бестия. Как только часики пробьют полночь, Джонни исчезнет, и Ви вместе с ним. Мне нужно успеть от него отцепиться до этого момента. Нам удалось связаться с Альт. Она согласилась помочь. Но? Сначала нам нужно будет пробиться в крепость данных, Микоши. Единственная точка доступа, до которой мы сможем доползти, находится под Арасака Тауэ. Арасака? Опять? Как я не догадалась. Только идиот будет раз за разом наступать на одни грабли и ждать другого результата.
У тебя есть хоть какой-то план? Ну охуеть. Вот что у вас теперь за мода такая? В кого ни плюнь, всем, блядь, нужен какой-то план. А раньше было не так? Раньше мы просто вынюхивали двухметровую дорожку, брали стволы и делали, что хотели. И все получалось. И теперь у нас тоже получится. Подожди. У нас? Ты же не хочешь все пропустить? Погоди, погоди. Если я правильно поняла, ты предлагаешь мне стереть пыль с цунами и опять пойти с тобой против Арасаки? Бинго. Когда? Не знаю. Сейчас? Угу. А с чего ты решил, что я соглашусь? Очисти свою совесть. Ах, вот как? Может, конечно, ты и королева всего Найт-Сити. Но ты же не настоящая бестия. Настоящую ты похоронила, чтобы добраться до вершины. Загляни в себя. Я знаю, ты сможешь ее найти. Черт. Видимо, это было неизбежно. Я знала, что однажды ты выберешься из своего ада, припрешься сюда и все к хуям разрушишь. Некоторые вещи не меняются. А мы изменились? Я не знаю. Как насчет того, чтобы это выяснить? Ты ведь поможешь мне в этом? Заткнись уже, Джонни. Прошу тебя, просто замолчи. Сука, блядь! Каждый раз. Никогда не видел, чтоб трезвый человек спал больше 20 часов. Эй, да у тебя знакомое лицо. Ты, наверное, Криспин Уэйланд. Прямо вылитый отец. Кровь от крови. Я что-то пропустил? Ты тут зачем? Начальница тебе разъяснит. Бестия? Начальница у нас одна. Пойдем. Она тебя ждет. Вижу, уже познакомились. Вот и замечательно. Бестия, что тут делает этот субъект? Он пилот. Подбросит нас до площади корпорации. Бестия. Я тебя обожаю. Ну еще бы, Джонни. Иначе бы ты сюда не приперся. Снаряга вон там, выбирай, что хочешь. Ага, так и сделаю. А это что? Тормозные двигатели. Антигравы. Цепляешь их к ногам и можешь спокойно прыгать практически с любой высоты. Джонни, разберись сам. Мы не маленькие. Ладно, ладно. Я понял. Так, теперь скажи мне, какой у нас план? Окей. Вставляй щепку. Цель – точка доступа к Микоши, Арасака Тауэр. Надо дойти до лаборатории, удержать их на время вашего разделения и вернуться живыми. Арасака Тауэр – крепость. Самое охраняемое здание в Найт-Сити. Просто зайти с главного входа у нас не получится. Поэтому
Помнишь, мы пролезем через самодельное окно? Теперь важное. Нам поможет мелитеховский бомбардировщик Стрикс. Полетим на нем. Сначала мы бомбардируем здание и сносим орудие ПВО. Затем мы разрушаем стену 76-го этажа, прыгаем внутрь и перед приземлением включаем антиграв. Так, дальше. В результате наших действий мы попадаем в чащу тропического леса. Вопреки расхожему мнению, Арасака любит выпендриваться. Мы прорубаемся через джунгли к шахте лифта на вертикальной оси здания. Шахта идет по всему зданию. Антигравы позволят нам быстро спуститься на нижний уровень. Охрана будет напугана и дезорганизована. Сопротивления мы почти не встретим. Мы доберемся до лаборатории, найдем точку доступа. И дальше дело за тобой. Аплодисменты, пожалуйста. Я же сказал, начальница и королева у нас одна. Ха, ты не говорила про бомбардировщик. У женщин свои секреты. Да уж, тут одними красными Мидзутани не обойдешься. Как он у тебя оказался? Я лучше фиксер в городе, малыш. Сосредоточься лучше на плане. То есть мы будем разносить этих уродов с воздуха? Серьезно? Как же давно я этого ждал. Погоди, пока выпрыгивать из штанов. Если мы хотим выжить, нужно кое-что еще. Теперь самое трудное. Надо столкнуть с орбиты спутник Джу Роджин 0401. Хуя себе спутник. Мы войдем в историю, друзья мои. После этого, примерно на 3-4 часа, пропадет связь в Найт-Сити и в обеих Калифорниях. Ни координации, ни поддержки. Полный хаос. Только не говори, что кроме бомбардировщика, ты еще и военный шаттл прикупила. У меня один знакомый работает в Orbital Air. Тайный доброжелатель. Высокопоставленный информатор. Я ему заплачу, и он нам даст доступ к спутнику. Дальше в игру вступит наша старая знакомая. Хочешь сказать Альт? Ну а что поделать, если только она может спихнуть с небес спутник Арасаки. Ты что, все это придумала, пока я спал? Я придумала все это, пока ты был мертв. Контроль за системами связи придется очень кстати, если дело дойдет до новой корпоративной войны. Ни на чем невозможно заработать больше, чем на войне. Мне все равно надо поговорить с Аль. Я ее уговорю. Только не обострись, Джонни. Тут я не смогу тебя подстраховать. Сказал, значит, сделаю. Ладно. Короче, мы незаметно подлетаем к Арасака Тауэр и опрокидываем на них корзинку с бомбами. Правильно. Потом прыгаем в башню, ищем шахту по вертикальной оси и пробиваемся вниз. Да, к точке доступа в Микоши. Как тебе? Да в этом плане дырок больше, чем во всех кукольных домах Кабуки. Хотя мы все равно справимся. В прежние времена мы и не такое творили. Бестия. Что? Спасибо тебе за все. Давай потом. Значит, остается только Аль. Ты знаешь, как перемещаться в киберпространстве? Ну, у Ви был в этом кое-какой опыт. Думаю, я справлюсь. Иди обратно. Никс покажет тебе, что нужно делать. Уэйланд, прогревай пока двигатели. Мы скоро придем. Вы там долго будете или как? Может, я поспать успею? Привет. Это ты хотел нырнуть, да? Да, вроде того. Круто. Вот твой костюм, надевай его и садись в кресло. Я на сегодня все, так что выныривать будешь сам. Только технику мою не трогай. Альт Каннингем больше нет.
Да? Тогда почему она стоит передо мной? Ты видишь Альт, потому что хочешь. Это защитный механизм. Твоя эксплицитная память создает заместительный образ. Я чувствую себя странно. Как будто в кошмарном сне. Ты читаешь мои мысли? Упрощенное объяснение. Ты не признаешь своей сути. Ты конструкт, совокупность данных. Я знаю тебя. Что значит «знаешь меня»? Как строчки кода. И что еще ты знаешь? Весь комплекс твоих эмоций. Времени мало. Дозор может заметить перегрузку. Ты разбираешься в спутниках? Один из них... Юроджин 0401. Я справлюсь. Бля, ты серьезно, что ли? Читаешь мои мысли? Я согласна с планом. Так ты пройдешь Варасака Тауэр. Притормози на секунду, пожалуйста. Ты пройдешь Варасака Тауэр и найдешь порт в Микоше. Это программа, которая обеспечит тебе подключение. Ты получишь ее на щепки. Я воспользуюсь бэкдором и смогу обойти протоколы безопасности в крепости данных. И тогда... Я разделю тебя и Ви. А Микоши прекратит существовать. А вдруг что-то пойдет не так? Это не страшно? Страшно? Нет. Скорее, неопределенно. Все нормально, Альт. Я тоже потею, и ссусь, будь здоров. Прекратит существовать вместе со всеми конструктами? Нет. Конструкты не будут уничтожены. Я собираюсь взять их с собой, интегрировать. Ты хочешь их сожрать? Бедные конструкты. Чудовищно. Ты забываешь. Это данные. Они не исчезнут. Они станут частью чего-то большего. В каком это смысле? Я не могу описать это понятным для тебя образом. Может, когда-нибудь ты увидишь все своими глазами. На этом все? Погоди. У меня еще вопрос. Осталось мало времени. Если хочешь что-то сказать, говори. Я знаю, у меня это херово получается, но... Может, еще не поздно попросить прощения? Альт, ты прости меня. И за то, что стало с тобой, да и с нами обоими. Да? Да. Что «да»? Извинения приняты или уже слишком поздно? Береги себя, ладно, Джонни? Слышишь ли ты меня, Ви, но спасибо, что поверил мне. Я справлюсь. Бумаги у вас у Каги и Финча. Да, все нормально. Не волнуйся за меня. А теперь съезжай на обочину. Заглуши двигатель и смотри на звезды. Просто смотри. Не пожалеешь. Мне пора. Я тебя люблю. Ты в этом костюме пойдешь на свое главное дело? Серьезно? А что, он на мне плохо сидит?
В него хорошо всаживать пули, но это уже твои проблемы. Готов? Да, я готов. Отлично. Пойдем, а то этот псих еще улетит без нас. Я любила этот бар. Буду скучать. На самый верх. Да, кстати. А что ты сказала Уэйленду про операцию? Только то, что он хотел знать. Про его долю. Он хоть адекватный? Хочет при жизни стать легендой Найт-Сити. Как и все мы. Молчаливая. Все нормально? Просто не могу поверить, что мы на это решились. Как в старые времена, да? Ого, как в старые времена. Расскажи. Смотри сам. Видишь? Сегодня ты валяешься в канаве, а завтра весь город лежит у твоих ног. Весь, сука, город! Да, и никто тебе не указ. Даже эти ебаные хуесосы. Не знаю, чего мы добьемся, но на уши всех поднимем точно. Службы безопасности занять свои посты.
Уэйланд достался Вавин. Оно разбилось у водопада. Я постараюсь с ним связаться. Потом надо будет найти кого-нибудь с ключом доступа, чтобы уехать на лифте. Уэйланд, слышишь меня? Что с тобой? Ты цел? Более-менее. Кажется, туземцы начинают проявлять ко мне интерес. Мы тебя вытащим. Никуда не уходи. Если бы я мог. Надо помочь Уэйланду. Ясно. Охрана. Смотрит в терминал. Можем проскользнуть или убрать их всех сразу. Решай, что делать, я за тобой. Открываю огонь! Труп стоп! Огонь! Огонь, мать мою! Убей или будь убит! Все в сборе. Начинаем. Уэйланд, ты меня слышишь? Слышу. Я возьму того, что у дверей. Нет ответа. По одному на каждого. Джонни, выбирай своего. До встречи! Смотри! А, клевая кожа. Из уст человека-крокодила это комплимент. Спасибо за помощь. Ты должен был прыгнуть вместе с нами. Не люблю, когда враги кучкуются. Так они хоть чутка рассредоточились. Нет, они просто скучковались вокруг нас. Не сейчас. Выбираемся отсюда. Живей. Вон того видите? Ага. Их главный. У него есть ключ вроде доступа. Умный, а Джонни, он твой. Как говорила Спайдер, а что у нас под дверью говорят? Давай забирай его ключ доступа и будем искать их. Ну, вот это я понимаю. Есть ключ доступа. Идем к лифту. Я разозлилась.
Атриум. Надо же. Всего месяц назад я встречалась здесь с Мичико Арасакой. Пустые коридоры и офисы. Прямо как в тот раз. Помнишь? Конечно, помню. Ты с тех пор изменился. Повзрослел, наконец. А ты по-прежнему лучше. Так, комнаты охраны расположены этажом ниже. Надо как-то до них добраться. Заметил. У меня тут ситуация. Теперь ищем лифт к лабораториям. Это самый короткий путь в Микоши. Готово. Подключаю Аль. Пора выпускать твою хакер. Пусть покажет, на что способна. Эй, ты же знаешь. Ты всегда была для меня единственной. Знаю. Жаль, что ты этого не знаешь. Медика! Ну, могло быть и хуже. Аль здесь. Думаешь, она сможет пробить трюк? Лифт, живо.
бесполезно. Ого. Зал сетевых операций. 2067 год. Телохранитель из Арасаки заслоняет императора Японии от пули убийцы. 2071 год. Служба безопасности Арасаки предотвращает массовые беспорядки в Сан-Франциско и спасает город. 2074 год. Херня. Знакомый взгляд. Тебя что-то беспокоит? Ты когда-нибудь задумывалась, зачем мы это делали? Делали что? Зачем ставили хром? Покупали пушки и воевали с корпорациями. Не знаю, Джонни. Сейчас уже сложно сказать. Мы были молоды, а у молодых вечно в голове насрано. Мы сражались за красоту. Мы не понимали, что хорошо и что плохо. Кто прав, кто виноват. Только красота имела значение. Кончай уже философствовать. Сделаем дело, возьмем водки, тогда и поговорим про старые времена. О, тогда с меня водка. Люблю сказки про то, как раньше было. Вы прямо как мой дед с бабулей. Нетранеры Арасаки начали штурм внутренней сети. Мне необходимо остановить их продвижение. Идите дальше без меня. Я очистила путь, но вам нужно торопиться. За вами идет элитный. Видимо, он побежал, и его срезала очередью. Ебать копать. Кто она вообще такая? Блять. Похоже, Каннингем наверстывает упущенное за все эти годы. Эти говноеды даже не успели ничего понять. Идем, там за дверью будет спуск вниз. Мы настолько близко, что я почти чувствую поток данных. Нельзя повернуть время вспять, но всегда можно начать сначала. Была намного лучше нас с тобой. Таких, как она, больше нет. А ты убил ее. Она знала, чем рискует. Бестия хотела тебя прикончить. И, наконец-таки, ей это удалось. Что за бред? Я убил эту старую суку. Завали, Смешер. Она вышла из игры на своих условиях. Тебе этого никогда не понять.
бестия. Ты была лучше всех. Всегда. Когда покину я телесный мир, вернет мой дух эллинский ювелир. В обличье филигранной птицы, золотой фигурки то большая честь. Помочь монарху пробудиться или на золотое дерево воссесть и петь почтенным византийцам о том, что было, будет или есть. Привет, Вий. Соскучился? Я бы так не сказал. Я вырубился и очнулся уже тут. Что-то пропустил? Ты много потерял. Это было мое лучшее выступление. Ты хотел сказать твое и бестии? Бестия мертва. О, прости. У меня тоже все не весело. Альт обрабатывает меня душегубом. Я весь на нервах. Альт, ты где вообще?
Может, поздороваешься? Я теперь энграмма. Ёбаный конструкт. Ну, добро пожаловать в клуб. Альт, ау, ты здесь? Она сказала, что проверит контрольную сумму и скопирует меня обратно в тело. Кстати, почему мы не чувствуем, как работает душегуб? Я был готов корчиться от боли. Временная анальгезия. Мы же потоки данных. Определенные ощущения можно заблокировать, бла-бла-бла, хуё-моё. Тебе что, Альт читала лекции про нейрофизиологию? Нет, скинула данные за секунду. Неважно. Она еще сказала, что уничтожит Микоши. Все, кто в ней есть, получат свободу. А потом она поглотит их всех и сделает частью своего массива данных. Значит, мы сделали, что могли? Дальше Альт справится? Нет. Да блять, в смысле? Я ошиблась, когда исключила из факторов тела. Реконфигурация ДНК шла слишком долго. Агрессивные препараты осложнили процесс. И иммунная система начала атаковать нейроны. Хватит! Говори по-человечески. Ви умрет. Что бы я ни сделала, этого уже ничто не изменит. Твою мать, Альт! Как ты вообще могла так накосячить? Я не могла оценить ситуацию, пока не появилась возможность провести полную диагностику. Ты обещала пацану новую жизнь. Ты его наебала. Так получается? Джонни, заткнись, пожалуйста. Мне надо подумать. Все будет хорошо, Ви. Мы что-нибудь придумаем. Я же попросил тебя, Джонни. Не пизди. Давай. Должен быть какой-то вариант. Тело Ви изменилось под воздействием биочипа. Теперь оно воспринимает его сознание как постороннее. С тобой все иначе. Ты стал его полноправным хозяином. То есть, ты за то, чтобы твой бывший выгнал меня из моего тела? Изменения необратимы. Тебе уже нечего терять. А он может получить все. Я не стану вмешиваться. Но пока контроль над телом остается у Джонни, он может делать, что хочет. Ай, дай нам минуту. Будешь уговаривать меня согласиться? Зачем? Чтобы совесть успокоить? Ты и так можешь делать с моим... Давай-ка спокойно решим, что нам делать. Если мне все равно умирать, давай сделаем по моему плану. Я ухожу, ты остаешься. Теперь тело твое. Нет, это я должен уйти. Ах ты лживый кусок говна. Что мне делать, Альт? Просто перейди по мосту. Ты станешь частью меня, а Ви вернется к прежней жизни в своем теле. Ты, блядь, издеваешься. Нет никаких вариантов. Двуличная мразь. Мы договаривались. Ты съебываешь. Я остаюсь. Слишком большую дозу Сильверхэда. Слушай, Джонни, если бы я выбирал, с кем жить на необитаемом острове, ты был бы на последнем месте. Честно, тебе бы даже герои сраной игры корпоратов обошли. Потому что ты эталонный мудак. И есть куча людей, которые нужны миру больше, чем ты. Но это не значит, что я желаю тебе смерти.
Только одна просьба, говнюк. Не забывай обо мне. Там самые дорогие казино, самые красивые. И вообще есть на что посмотреть. Но то же самое говорят и про Найт-Сити. Рай на земле, рай на орбите. Для никакой разницы. Кстати, если хотите увидеть туалет, то забудьте забраться куда-нибудь повыше. Извиняйте, дорогие жители нижних уровней Найт-Сити. Вам снова не повезло. Тем, кто не увидит ничего, кроме смога, посвящается песня Джонни Сильверхэнда. Мы помним о тебе, старик. Доброе утро, Ви. Надеюсь, ночь прошла спокойно. Угу. Для вас нет новых сообщений. На сегодня у вас запланирована одна встреча в посмертии. Сервис Деламейн прислал уведомление, что такси прибудет в назначенное время. Отмечу, что вы не вносили в календарь события после текущей даты. Запустить процесс планирования? Нет, спасибо. Все так и должно быть. Хорошо. Удачного вам дня. Привет, босс. Привет. Он приехал? Нет еще. Но будет вовремя. Зато его люди уже успели тут повертеться. Проверяли, чтобы все было чисто перед тем, как он сам приедет. Думали, наверное, что мы их не заметим. Что с оборудованием? Оружие есть, все остальное тоже. Полный бак. Хоть сейчас запускать. Спасибо, я скоро буду. Здравствуйте. Спасибо, что выбрали сеть Деламейн. Куда желаете полететь сегодня? Подожди, я еще не готов. Принято. В посмертии. Жми на полную. Как пожелаете. Мы воспользуемся выделенными воздушными коридорами. Задержек не предвидится. Заебись. Позволю себе заметить, что у вас утомленный вид. Тяжелая ночь? Скорее, тяжелый месяц. Мне очень жаль это слышать. Сеть Деламейн готова предложить вам дополнительные услуги, которые помогут улучшить состояние вашего здоровья. Более того, рад сообщить вам, что сеть Деламейн теперь сотрудничает с Trauma Team. В рамках акции «Безопасное путешествие» доступен пакет медицинских услуг, которыми вы можете воспользоваться в поездке. Как?
Как там дела у Арасаки? Что вообще по ситуации в городе? Я нашел статью об Арасаке, которая вас заинтересует. Корпорация по-прежнему находится в кризисе. Большинство упоминаний в СМИ связано с огромным ударом по имиджу компании, а также с ее политическими и финансовыми неудачами. Программа «Сохрани свою душу» должна была стать для Арасаки благословением, а оказалась проклятием. Компания потеряла все связанные с ней ресурсы. Ага. Обещали миллионерам бессмертие, огромные деньги брали. А сами собирали энграммы и данные. Явно хотели расширить влияние. Абсолютно верно. Как бы то ни было, Арасаки требуется время на реорганизацию. Полагаю, вы и бессмертие пока в безопасности. Доставь меня в посмертие. И побыстрее. Разумеется. Я выбрал оптимальный маршрут. Скоро мы будем на месте. Во время полета вы можете расслабиться и насладиться великолепной панорамой города. Ага, спасибо. По отзывам моих клиентов, этот город считается просто потрясающим. Да, это точно. Он сногсшибательный. Само собой. Он очаровывает, обещая каждому прекрасное будущее. Да что ты. Спасибо, что выбрали сеть Доломейн. Хорошего дня. От жизни все, что хочешь. Дай-ка угадаю. Старые соевые чипсы, ржавая вода. Под твоими окнами опять кого-то зарезали? А что если у тебя появится шанс все изменить? Сбежать далеко-далеко и начать собственный путь к последнему рубежу. Отправь слово «Космос» на 72999 и получи шанс выиграть недельную путевку на двоих в Хрустальный дворец. 10 казино, 5 бассейнов, аппаратура для брейн-данса и лучшие повара во вселенной. Хочешь оказаться? А, все хорошо? Конечно. Твоя комната тебя уже ждет. Привет, Ви. Что-нибудь выпьешь? Как обычно. Сейчас будет. Люди начинают что-то подозревать. Скоро все выплывет наружу. Ничего, мы уже сегодня вылетаем. Сегодня? А в чем проблема? Да нет, ничего. Просто тогда, наверное, тебе нужно что-то особенное. У Бестии был маленький ритуал. Перед крупными операциями она заказывала текилу. Обычно сильверхендовскую. Я ее как-то спросила, это на счастье или что? Знаешь, что она ответила? Что когда она вспоминает Джонни, это помогает ей сосредоточиться на самом важном. Так что по обычаю посмертия тебе полагается один из именных коктейлей. Только скажи, за кого пьешь. Сделай мне сильверхенда. Выпью за Джонни. Я знаю о нем только по рассказам, но ему бы, скорее всего, понравилось то, что ты задумал. Он был бы на седьмом небе. Я знаю. Удачи, Ви. Привет, босс. Уэйланд, готов вернуться в строй? Жду распоряжений. Уже всем тут рассказал, какой номер ты выкинул в Арасака Тауэр? А как ты думаешь? Клэр, наверное, уже раза три слышал. Мне тут рассказали, что у тебя сегодня по плану. Уважаю. Это прямо что-то из ряда вон. Только смотри, будь там осторожнее. И удачи тебе. Спасибо. Ви, этот момент все-таки настал. Я, наконец, встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Рад, что не разочаровал. Садись. Ну, рассказывай. С чего начать?
Арасака фактически выбыла из игры после Микоси. Ты получил деньги и известность во всем городе. Более того, ты фактически парализовал все системы Арасаки. Открылись несколько новых лазеек. Мои люди их нашли и вынесли, что успели. Значит, можно начинать операцию. Я проверил данные, утекшие из Арасаки. Казино сейчас испытывает новую систему безопасности. И как я уже говорил, сегодня ее ненадолго отключат. Надеюсь, ты знаешь, как распорядиться моментом. Я тебя не подведу. Ты нашел лучшего исполнителя для этого заказа. Да, мне говорили. Теперь я хочу убедиться в этом лично. Дело в том, Ви, что таких операций еще никто не проводил. Там, откуда я родом, сказали бы, что это невозможно. Предупредили бы, что риск слишком велик. Сравнили бы наш план с полетом Икара к Солнцу. И они бы ошиблись. Все до единого. Уверенность, достойная легенды. Или того, кто рискует всем. Ха. Хотя ты как будто знаешь, что значит потерять все. Выиграть бой на последнем издыхании. Завтра в это время данные всех посетителей казино будут у тебя. Только не забудь, что ты обещал. О, я своих обещаний не забываю. Удачи. Все, я на месте. Великолепно. Секунда в секунду. Теперь я. Угу. Мне сообщают, что спутники временно отключены. Защита личности активирована. Только не забудь, у тебя одна, единственная попытка. Мне-то не рассказывай. У нас не будет возможности забрать тебя или прийти на помощь. Если тебя кто-нибудь заметит, ты погибнешь. Прекрасно. Но если все получится, ты получишь больше, чем можешь представить. Я уже давно получил все, что было нужно. Просто мне уже нечего терять. Перспектива мрачная. Впрочем, не мне тебя судить. Связи.
Привет, Ви. Как дела, малыш? Давненько ты не заглядывал к старине Вику. Наверное, чумбы из посмертия нашли тебе высшей лиги нового рипера. Какого-нибудь мажорного пиздобола с хромовой задницей, к которому весь Нортоук ходит. Ну и ладно. Ни в чем себе не отказывай. Наслаждайся жизнью. Ты это заслужил больше всех, кого я знаю. Но все-таки ты забегай иногда, как будешь рядом, окей? Поговорим за жизнь, вспомним старые добрые времена. А я заодно проверю, не проебался ли где случайно твой новый риггер. До встречи, Ви. Привет, Ви. Мне все говорят, ты теперь Пэс Гордо, большая шишка. И как это мешает тебе звонить раз в неделю? Хоть раз в месяц. Мальчик мой, не забывай, с чего ты начинал и с кем. Мои двери всегда для тебя открыты. Еда всегда на столе. Mi casa es su casa. No se te olvide. Ahí te veo, Ви. Ви, привет! Давно с тобой не болтали. Как у тебя? До сих пор все круто? Жаль, не могу посмотреть, как ты там шипуешь в Найт-Сити. Вообще, я просто хотела сказать спасибо за все, что ты для меня сделал. Стоило свалить из этого долбанного города, чтобы понять, насколько мне там было хреново. Я что хочу сказать? Ты тоже уезжай, Ви. Вот сразу, как будет возможность, собирай вещи и беги. Куда глаза глядят? Реально. Сразу вздохнешь полной грудью. Я тебе гарантирую. Ладно, что-то меня понесло. Удачи тебе там. Привет, Ви. Как ты там? У нас в пустошах погода, как всегда, заебись. Холодильник потек, 32 градуса в тени, да еще и песчаная буря идет прямо на нас. Короче, жалко, что тебя нет рядом. Если серьезно, у нас все хорошо. С Солом бывают, конечно, терки, но вроде не ссоримся. Семья постоянно растет. Работы много, рук не хватает. Хотя, лучше так, чем как раньше. Знаешь, если бы не ты, я бы до сих пор шаталась по Найт-Сити, как неприкаянная. Спасибо тебе за все, Ви. Мы встретились, когда я свернула с правильного пути, и ты помог мне на него вернуться. Ладно, созвонимся еще потом. Не забывай нас, окей? Здравствуй, Ви. Это Сол. Я слышал, в Найт-Сити случилось что-то важное, и некий Ви сыграл в этом главную роль. Не знаю, что ты планируешь делать дальше. Я просто хочу, чтобы ты знал, мы своих никогда не бросаем. Ты теперь один из нас, Ви. Ты Альдекальда. Помни об этом. Береги себя там, в городе, и до встречи. Эй, Ви, слышишь меня? Блин, это автоответчик, что ли? Окей, пофиг. Мы тут все ждем, когда ты наконец заедешь нас проведать. Могли бы сделать барбекю, выпить по пиву, погонять немного. Ну или нанести дружеский визит стилетом. Короче, я что хочу сказать. Пустошам очень нужны люди вроде тебя. Не знаю, что там сейчас у тебя в жизни, но мы всегда рады тебя видеть. Просто помни об этом. Ну ладно, пока. Слышь, Ви, прикинь, мне тут позвонили. Ёб твою, чё, опять автоответчик? Пиздец, ты вообще трубку когда-нибудь берешь, реально, а? До службы техподдержки уже проще дозвониться, чем до тебя. Ви! Блять, забыл, что хотел уже. А, вот, да. Сергей, звонил мне агент Аскрекс. Предлагает ехать с ними в тур. И я сначала такой, да нахуй, пошли вы нахуй. А потом думаю, а чё бы, собственно, нет? Может, развеюсь немного? А? Как думаешь? Вот я не знаю пока. Ну, вот, я тебе рассказал последние сплетни.
Захочешь поболтать, звони. Пока. Привет, Ви. Тут, в общем, такое дело. Парни с пятого участка накрыли магазин, где торговали нелегальными пушками. Обрезы, электрошокеры, гранаты с горчичным газом. Сверху пришел приказ все это уничтожить. Но я посидел, подумал, может быть, ты найдешь всему этому какое-нибудь применение, так сказать, во благо. Я не забыл, что ты сделал для нас, для меня и для Рэнди. Этому городу нужны такие люди, как ты. А снарягу уж я обеспечу. Это тебе за помощь, Ви. Услышимся. Перед тем, как сделать сеппуку, самурай сочинял Джисей предсмертные стихи. Он делился последними мыслями о жизни, о смерти. Я прочитал много таких. Некоторые настоящие шедевры. К сожалению, я не самурай. Поэтому я попрощаюсь с тобой по-простому. Гори в аду, Ксойеру. Привет, Ви. Это Джефферсон Пиралес. Ну, мэр Найт-Сити. Я звонил насчет нашей программы по обеспечению жильем бездомным. Так вот, не хочешь ли ты управлять моим личным отрядом телохранителей? Ты знаешь, у меня не так много людей, которым я могу доверять. А на следующей неделе мы собираемся повысить налоги, так что я заранее готовлюсь к худшему. Приезжай, обсудим подробности, поговорим об оплате. На безопасности я никогда не экономлю. Подумай, хорошо? Я на связи. Привет, Ви. Я тут, в общем, подумала о тебе и решила быстро разложить карты. Я знаю, знаю, надо было гадать с тобой, чтобы результат был яснее, но мы так долго не виделись и... В общем, ты меня понял. Знаешь, что я вытащила? Силу, Императора и мир. Дорогой мой, скоро мир о тебе услышит. Пора показать Найт-Сити, на что ты способен.